5 городах Луганской и Донецкой областей прошел всеукраинский фестиваль КВН против ненависти. Проект организован Ассоциацией КВН Украины при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, а также Луганской областной военно-гражданской администрации. Он объединил полсотни творческих людей со всей страны. Северодонецкий праздник провели в городском дворце культуры. Его открыл патриотический флешмоб. В зрительном зале сотни сердец против ненависти и сине-желтый флаг единства. Развлекали зрителей 8 команд из Чернигова, Харькова, Мариуполя, Винницы, Краматорска, Житомира, Северодонецка, Черкасской области. Дорогая, да куплю тебе эту шубу, куплю! Наша миссия, как бы, принести добро, веселье в ваш дом, чтобы вам здесь было уютнее и, может быть, даже так проще жить, легче, веселее. Зрители увидели выставку фоторабот «Позитив» Сергея Денисенко из Ужгорода и карикатур Василия Вознюка из Житомира. Ее название «No Hate» – «Нет ненависти». Для любителей киноискусства презентовали короткометражное видео «Все буде добре» в программе как профессиональные, так и любительские ролики. Мы начинаем вообще с самого первого ролика, это самый первый фильм игровой, это «Братья Люмьер», «Поливальщик» так называемый, потому что все кино, собственно говоря, игровое, началось именно с маленькой комедии. Вот. Львов, Франция, Америка, Соединенные Штаты Америки, Молдова, Казахстан, Украина. Всеукраинский фестиваль КВН против ненависти увидели также жители Краматорска, Светогорска, Рубежного и Славянска.